Доброе утро, планета Земля. По-моему, у меня опять камера грязная. Ну ничего, сейчас я вас сниму. Я кушаю маффинсы, которые спекла Лана вчера для нас. Привезла. Вот. И буду пить кофе. И наш мальчик-красавчик капризничает. Ему не дали копейку. Ну ничего. Как мой папа говорил, больше будешь плакать, меньше будешь писать. Привет-привет. Мы опять в парке юности, но теперь уже с другой компанией. Вон Саша, Филиппок и Кристина где-то там. Вон там сзади. Вот, и она тоже, конечно же, с камерой в руках, логично. Так что нам фильшпас. Мы пришли в дом. Верхдом. Спальня. Все наоборот. Привет. Да, там кровать на потолке, да? О, пойдемте зайдем. Кошки покушать есть. Вон. Кто хочет в тубзик сходить? О, господи, неплохо стало. Нет. Вот, душ, наоборот, и раковина. Мне плохо стало. Да, у меня голова тут кругом пошла. Ой, бог ты мой, ужас. Вот, зал, спальня. Слава богу, что она ровная. Ой, ужас. Моя голова. У тебя тоже кругом? Начинается. А мы еще с камерами. Голова это... Эй, я тебе сейчас так офигела! Детское кресло тут. Да, детское кресло и телевизор. Кухня. Пылесос. Это кухня. И машина с окна вверх ногами. Я иду еле-еле. О, машина стоит на парк-пляце, на парковке. Да. Осторожно. Ты что? Сара. Я держусь за стены. Это Кристина, это ты тут это сидишь, вяжешь. Я ничего не вижу, что я снимаю. Потолок снимаю. Вон. Надо равновесие держать. Я боюсь. А почему мы не вверх ногами? Ну, потому что, наверное, нас земля притягивает. Что, плохо? Нехорошо. Да, всем становится тут плохо. У нас вообще... В смысле обман зрения? Ой, равновесие. Филипп, он уже кухню разбирает. Все. Пойдем на выход. Вот такой дом снаружи, кто не видел. Вот. Все, всем стало плохо. Пошлите дальше. Покупаем фруктовый лед и мороженое. Вот, смотри, какие красивые. Ну-ка, попробуй, вкусно?
Вкусно? Если вкусно, надо обязательно вон. Вкусно и полезно, спасибо большое. А у меня, как всегда, сливочное мороженое, мое любимое. Вот, итальянское мороженое называется. Сейчас попробую. У меня сливочное. Клубника. Вкусное мороженое. Очень. Да, хочу попробовать. О, и лед вкусный. Вкусный лед. Нравится мороженое? Да, хорошее. Хорошее. Вкусное? Все. Я, значит, порекомендовала, раз всем вкусно. Вон, смотрите. О, it's on my sister cold. Вон, дёнер. Надо будет покушать. Мне пока скажете. Поехали кататься. А мы отдохнем от них чуть-чуть, да? Давай. О, блин. Теперь Зара. Давай. Давай, Зара. Давай. Только ногти, смотри, не сломай. Давай. Быстрей. Jetzt ich. Mach mal, film mich mal. Komm, geh mal weg. Yeah. Сына. Ага. Я выиграла. Я выиграла. Привет. Да ты никуда не денешься, не бойся. Чус! Помаши ручки, сына! Блогеры? Да. Ну, жена моя сзади стоит, подписанная, узнала вас. Здравствуйте. Ой, чтобы не упасть, господи. Нормально, нормально. День. Она тоже снимает. Пошите рукой! Thank you.
На старте Кан Эрес. Ю-ху! Тихо, погнал. Она боится. Янка вон последняя. Ist er der ist er der schnellste? Na, doch. Ja. Wie viel warst du hier? So schnell war ich auch noch. Guck mal, die, warum ist man nur so langsam? Alles gut. Ага, ну ты должен побыстрее тогда. Ну все, мы приехали домой, устали очень. Мне кажется, все могут подтвердить, все родители могут подтвердить, что родители после таких похождений больше устают, чем дети на самом деле. А у меня еще сильно, очень сильно мои бицепсы устали. Вы даже не представляете себе, как тяжело крутить руль вот на таких go-karts, да, вот на таких машинках, на которых я прокатилась. Я просто не могла этот руль крутить, я не знаю, как, ну, мужчинам это, конечно, они покрепче в руках, поэтому им легче крутить. Ну, я кое-как этот руль крутила, а Кристина говорит, ну, раз ты, ну, с большим трудом его крутила, этот руль, говорит, я бы тогда бы его вообще не повернула, потому что, ну, она намного слабже меня физической силой. О, вот так вот. Поэтому теперь у меня везде болят мышцы. Вот все руки и спина, и все. И сегодня еще будет стрим для вас. Поэтому я 15 минут прилягу, отдохну. И потом с новой силой стрим. Вот. Ролик уже отмонтировала, как мы были в парке вот сейчас. И... будем потом отдыхать. Так что работаем, работаем. Ютубер тоже работа. И не маленькая. Так что целую вас, люблю. До завтра. Пока-пока. До скорых встреч.